Всем любителям футбола! В эту субботу «Бельская Заря» приглашает болельщиков посетить последний домашний матч нашей команды в этом сезоне. В этот раз красно-черные принимают в гостях тираспольский «Динамо-Авто». «Заря» должна выиграть оставшиеся две встречи, чтобы закончить сезон на четвертом месте. А это значит, что предстоящая игра непременно подарит нам яркие футбольные эмоции. Приходите 18 ноября на городской стадион и поддержите «Бельскую команду». Начало матча в 13:00.